Итак, мы продолжаем записи, потому что, еще раз я извиняюсь очень сильно, но связь кошмарная. Это Литвик Сунгаро, победный чемпион, а вместе с ним Би Ди Ван с цветочной поляны. Вот они оба, мы в Москве, на выставке «Россия», первый день сегодня. Елена Иерусалимская, судья в ринге. Сейчас, к сожалению, в Максимум парке с мобильным интернетом никак. По крайней мере, сегодня. Посмотрим, что будет завтра. А не горы, не это, не как Беренович. Суки промежуток ее, да? Суки промежуток у нас одна, классика Ксении Монпансье. Вот она. А у чемпионов у нас будет конкуренция из трех собак. Отлично, первое место. А дальше у нас чемпионы. Должны быть, это Extreme Girls, цветочные поляны, должны быть Такор Магима и Ямит Мускат Корея Дели Ньюс. Но, видимо, их нет. Нет, пусть не то. Я тут опять. Считали они совсем, да, и в домике, а там и в
Так, это, сука, ветеран. Real Girl Цветочной Поляны. На лучшую суку сравнение. Классика Ксения Монкосье. И стрим голос Цветочной Поляны. Питомник Цветочной Поляны в полном составе. Да, не знаю. Вот такая картина у нас. Средний современный окрас. Должен быть у нас кобель. Промежуток кобель чемпион. Промежуток моно-ренессанс Анатоль.
А чемпион Северная Роза King of Ring. Вот это Северная Роза King of Ring. А Ренессанс Анатолий, наверное, вот это. Сейчас. Вот Анатолий. Покажу вам, вот так у нас тут все происходит. Все, на том столе. А помню, кабель промежуток. Это ваше досье? Нет. Кабель чемпион, это Северная Роза King of Ring. Миниатюра уже готовится потихонечку. Это суп-юниор Мишель.
смотрим на мишень. Вот такая вот мишень. Не хочу, говорит, выставляться, да, играть. Так. Ну, красивый юниорчик. Ей простите меня. Так. Миниатюру мы на этом сегодня закончим. Еще раз извиняюсь, что так получилось со связью ничего не поделаем. Кстати, дождь пойдет, нас отсюда выгонят. Нет, мы не собираемся. Значит, мы в Москве. Это Россия. Первый день. 10 июня. Елена Иерусалимская. Судья. Удили? Судим. Миниатюра. Миниатюра классического окраса должна начаться со щеночка, который называется очередной шедевр из зимних грез. Вот это он, наверное, и есть. Очередной шедевр от зимних грез. Как я сказал, хорошо. Очередной шедевр от зимних грез. Или из зимних грез. И будет у нас кабель еще чемпион. Чижик-пыжик из зимних грез. Вон он там. Вот. Это очередной шедевр. Ну, а вот чижик-пыжик. Тоже из зимних грез. Какая очередной шедевр. Готовятся уже суки. Вот эта сука, это Каталея. Тоже из зимних грез. Вот чижик-пыжик. Thank you.
Ижик-пыжик выставляется, каталея вон готовится. Аллея из зимних грез на столе. Значит, каталея – это у нас промежуточный класс, а дальше у нас открытый класс – это классика Ксении Макадамия. Попробуем отсюда поснимать немножко. Спасибо большое. У вас сад, победитель класса, у вас просто отлично. Синим академия, напоминаю вам, это соответственно открытый класс. Дальше у нас класс чемпионов, тоже одна сука, забавный колокольчик, червей. Thank you.
Так, на столе у нас сейчас черная сука. Чемпион. Это забавный колокольчик Шаруэль. И дальше у нас будет сравнение на лучшую суку. Вот они, Каталея, Макадамия и Чаруэль. Когда меня выиграла. ОПП с чижиком-пыжиком. Макадамия выиграла. ЛПП в современном, ой, в классическом окрасе. Больше у нас современный окрас. У нас кабели юниора. Это у нас. Такой, как жаль. Должны быть две собачки. Вот это буми-тролли с зимних берёса должен быть человек и трошка промел. Пока еще раз покажу вам, как у нас тут в максимум парке все происходит. Здесь, в принципе, очень неплохо, только единственное, что почему-то сегодня проблемы со связью. Но это бывает. Я знаю, что мы сделаем. Мы сделаем какой-нибудь сбор, какой-нибудь усиляющий сигнал станцию. Соберем денег, купим и будем возить с собой. А пока, к сожалению, вот
пока перерывчик. Напомню, что мы в Москве. Точнее, не в Москве, а в Подмосковье. На станции Татуар находится Максимум Парк. Это в 30, наверное, от Москвы или 40. Это выставка России, первый день сегодня, 10 июня. Судья у нас Елена Иерусалимская. Мы уже приступаем к миниатюре современного окраса. Макадамия выиграла классический окрас. Так вот они, Lucky Perfect Romeo и Mummy Troll. Lucky Perfect Romeo на столе. А это еще раз Mummy Troll и Зимний Грёз. Это Lucky Perfect Romeo. Это миниатюра, современный окрас Кобели юниора. Здесь конкуренция. Второй у нас Mummy Troll из Зимних грез. Сегодня раздает оценки, не стесняясь особо и без политесов. Ну так я понимаю, я их почему-то ринговая бригада, хотя на такой выставке большой можно было бы поднимать флажок. Ну допустим, ладно, они не поднимают, но судья показывает, если ей не понравилось. Я смотрю, как уже... Это Mummy Troll из Зимних грез. Второй кабель юниор в классе. Thank you.
Дальше у нас один промежуток. Литвикс Юрейн. И чемпион Айлер Бескайдл. Так, ну вот, по крайней мере. Мы трое получили отличную оценку. И Литвикс. Боже. И в итоге получается, что все друг на друга молодались, все эти задержки там на месте забанили. По итогу половину из того, что мы не вообще не убежать. Напоминаю, Литвикс Юрейн. Кабель промежуток. Следующий у нас Айлер Бескайдл. Тоже серебро. Еще раз, друзья, к сожалению, трансляция не получилась из-за связи. Всего одна палочка была, как вот не ходи вокруг ринга, и, конечно, все зависало жестко. Вот, поэтому решили сделать запись. Завтра посмотрим, как будет. В прошлый раз в максимуме все было нормально. Может быть, это погодное явление. Ой, молодец, молодец. Айлер Бескайдл, кабель-чемпион. Закончится. Сплошные кабели у нас. Айлер Бескайдл. Кабель-чемпион. Сейчас у нас будет сравнение на лучшего кабеля, а ножи на ЛПП. Суки. Суки, миниатюры современного окраса монтировали России.
Арабский айдол стал лучшим кобелем. На ЛПП. Там у метроли-то унесли зимние грезы. Во! Вот это у нас ЛПП. Так, Туи. Оставилось у нас то и. Значит, напоминаем себе в основном, что то и у нас вместе бегают. И по цветам. Значит, 316 это юниор. Али Арабеска Light in the Night. Кобель юниор. Или арабеска Light on the Night. Запись сделала. Связи вообще нет. Одна палка с трудом. Все зависало, как черт знает что. Слышишь? Если сюда присесть в уголок, там не так дует. Итак, это арабеска Light in the Night, кобель юниор. Light in the Night. Вот странно, да? Что когда отвлекаюсь сразу на лапки, это кобель промежуток Supreme Line Forward. Хендлеру рекомендовано посмотреть, как судья смотрит собак. Госпожа Иерусалимская вот так отгоняет от себя Хендлера подальше и делает описание вот так на расстоянии, как вы сейчас видите. Я, ну еще раз, очень многие Хендлеры вообще не понимают, что она от них хочет. Хотя всего лишь пару раз надо посмотреть на ринг предыдущих выступающих, чтобы понять, что надо делать. Ладно, это арабеска Light in the Night, кобель юниор.
еще раз, это промежуточный класс Supreme Line Forward. Будет у нас открытый и будет у нас чемпион. Значит, еще раз, это Supreme Line Forward промежуток. Открытый у нас будет Айя Робеско Дон и чемпион Supreme Line Дом Периньон. Вот такая у нас программа у юбилей. А это пока что Forward Supreme Line. Промежуточный кабель. Вот. Это я понимаю. Человек поинтересовался заранее. Форвард получил отлично, хорошо. Да. Семнадцатый. Так, это номер 18. Айя Робеско Дон. Кабель, открытый класс. Оценку у Дона. И теперь у нас чемпион. Это Supreme Line Дон Периньон на столе. Принлайн Дон Периньон. Кабель чемпион. А вот у Тоя в суках у нас интересно будет. Давайте пока Дон Периньон оценивает, обзвучу вам. Будет щенок из великолепного пуделя Black Velvet Leroy. Будет юниор Blue Eyes Sexy, которая выиграла последнюю монку, которую мы транслировали, помните? Национальную выставку. Будет забавный колокольчик Еленика. Ой. Сейчас. Меня где-то уже. Жемчужина Сибири теме. Леди Виктория из Зимних Грёз. Еще будет Blue Eyes. Так, ладно, нет, не успел я вам всех озвучить, много у нас будет суп. Будем смотреть по ходу.
Яробеска Дон выиграл. И Усу будет Ми. Собственно, я озвучивал вам интригу между Blue Eyes Sexy и Ми. Типа того. Так, ладно, по сукам поехали. Щенок, прекрасный пудель Black Velvet Leroy. 3020 номер. У нас будет конкуренция четырех собак. Еще раз озвучу. Blue Eyes Sexy, забавный колокольчик Еленика, жемчужина Сибири Темия или Директория Зимних Грез. Вот они, четыре собаки. Напомню, собака, выигравшая национальную выставку на прошлой неделе. И дальше вы видите забавный колокольчик Еленика, 22 номер, 23-й, жемчужина Сибири Теми и леди Виктория Зимних Грез. Забавный колокольчик Еленика. Следующая на столе жемчужина Сибири Теймия.
Вот она, она еще на стол не залезла, вот она стоит. Главное, чтобы нам места еще хватило. Ну ладно, будем надеяться, что хватит. Ну, чужой Сибири Теми. Напоминаю, это суки юниоры. Тоев мы смотрим. Тоевский ринг. Тои судятся не по цветам. На все породках. Так что у нас тут все тои вместе. Теми, ну что ж, до Сибири. И осталось у нас леди Виктория из Зенит Грёз, вон она стоит. Четыре собаки от юниоров у суп. Ну и вот, соответственно, леди Виктория. А вот остальные. Итак, еще раз, суки юниоры, тои, блю и секси, забавный колокольчик, Геленика, жемчужина Сибири Теймия и леди Виктория из Зимних Грез. Вот она сейчас описывается, заканчивает. Напоминаю, что блю и секси у нас выиграл национал. Вот теперь. Вот так по местам было секси первая. Жемчужина Сибири Теми вторая. Третья. Я была у нас, по-моему, забавный колокольчик Гереника и четвертая леди Виктория из Зимних Грез. Дальше промежуточный класс Blue Eyes, живая легенда. А, у нас там тоже три собаки. Blue Eyes, живая легенда. Раз. Литвикс Чакарера, видимо, два. И забавный колокольчик Аврора, три. Вот они. Вот они. Еще раз. Blue Eyes, живая легенда. Литвикс Чакарера и забавный колокольчик Аврора.
Ага. Видели, это, соответственно, у нас еще раз Юайс живая легенда. Ну-ка, интересно. У них один отец с сестрой, так я понимаю. Судя по каталогу. Inside my love, мисс Александр. Так. А на столе литр Чакарера. Наверное, так считается. Извините, если я ошибаюсь. Здесь поправить меня некому. Совсем на столе уже забавный колокольчик Аврора. И осталась у нас только одна собачка Усук. Это Love Me с цветочной поляны. Ждем ее. Она будет в классе чемпионов. Ну ладно, это забавный колокольчик Аврора. На эту сутки промежуток. Это забавный колокольчик Аврора, еще раз напоминаю. Вот мне уже пришла, похоже. Серьезно, госпожа Иерусалимская. Народу холодно. Написала. Итак, промежуточный класс.
Blue Eyes «Живая легенда», Beatrice Chacarera и забавный колокольчик «Аврора». Забавный колокольчик ушла, а забавный колокольчик выиграл. Чемпион Love Miss точно хорошо. Так, на сравнении усук у нас будут Blue Eyes Sexy, будет забавный колокольчик Аврора, и я думаю, будет Ми. Ну, скажи, я буду играться. Ой, я люблю играться. Я юниор. Получится по сравнению. Не выиграла. Сравнение с юниором на ЛПП. Ну, то, о чем мы говорили. Кабель. На этом мы закончим. Еще раз извиняюсь, качество связи. Вот так у нас здесь максимум в парке. Прощаюсь со всеми. Скоро выложу.